Дорогие братья и сестры, дорогие наши ребята, у нас здесь такое доброе дело, губернаторский грант мы выиграли, называется «Возрождая народную память». Вот. И вот мы как раз занимаемся возрождением народной памяти, и выставку привезли вам, которая называется «Выставка старинных книг из глубины веков». Дело в том, что мы русские люди, должны знать, что русский язык — это... Здравствуйте. Русский язык — это великий дар Божий нам. Это наша святыня, наша традиция. И поэтому знать наших, как говорится, прославленных святых, Нестора Летописца, Кирилла Мефодия, подвижник такой диакон Иван Феодоров, который первый книги припечатал, и других. И знать наши буквицы, знать наши художественные традиции. И вы, конечно, привезли старинные книги, которые можно держать в руках, полистать, почитать, и потом разные квесты провести и так далее. Поэтому, я думаю, это очень большое, нужное дело. Тем более, батюшка, ваш батюшка, дорогой отец Олег, он тоже, видите, собирает старые книги и тоже занимается старинными святынями. Поэтому, а наша молодежь должна знать наши традиции, наши истоки, наши корни, наших древних героев. Ну вот, мы должны быть Иванами и Марьями, знающими нашу историю, правда? Потому что когда знаешь историю, то не ошибаешься. Когда знаешь историю, то твердо смотришь вперед, знаешь, что защищать, защищать родину, защищать семью, ну вот, и возрождать наше Святое Отечество. Поэтому вам Божие благословение на вашу учебу, дети, а взрослым быть хорошими воспитателями, хорошо образовывать детей, и чтобы возрождалось наше село, наши города, наша дивная Святая Русь. Спасибо, Господи. Кто же скажет что-нибудь? Экскурсию проведу. Давайте. Подходите.